Баскетбольный клуб «Химик» из Южного остается на 7-м месте в украинской суперлиге. Шансы подняться выше после домашнего поражения от лидера чемпионата «Киевбаскета» 77-87. Хозяева неплохо начали, но в середине первой четверти дали столичной команде уйти в отрыв. У киевлян не было проблем с реализацией дальних бросков 13 из 20. В то же время южнинцы в этом показателе выступили провально. Лишь 4 точных броска издали. В третьей четверти «Химик» уступал 18 очков, но тут за дело взялась тройка Зотов, Нельсон, Салливан. Лидера суперлиги настигли за 7 минут до финальной сирены 68-68. Но в решающие минуты поединка развить успех хозяевам не удалось. «Киевбаскет» наказал соперника за недоработки в защите и одержал важную и сложную победу. Да, очень много дали легких очков в первой половине, особенно во второй четверти. Глупо использовали бонус, дали забить какие-то броски с фолом, где нужно было использовать, да, умно фол, чтобы люди выбрасывали сбоку. Это дало какое-то преимущество, сделали все возможное и невозможное для того, чтобы вернуться в игру, вернулись, немножко не хватило.